Весь мир Сведитур Групп. На всех чешских курортах с нашими пациентами говорят по-русски. А может ли, спросите вы, быть иначе, если речь идет об описании симптомов или способов лечения болезни? Тем более, что курорты посещают пожилые люди, которые не всегда владеют иностранными языками. Этот край богат поистине живой водой. Только если минеральные источники дарили людям здоровье испокон веку, то радоновые ванны – основная бальнеологическая процедура курорта Ехимова. Дело относительно новое. Это так называемый мирный атом на службе человека. Это одно большое бальнеологическое чудо. Во всех остальных курортах лечат химией, химическими средствами. У нас радоновая ванна – это энергия, это физикальная процедура. Снимается боль, суставы обретают потерянную гибкость, восстанавливается возможность самостоятельно передвигаться. Сколько больных уезжали отсюда с благодарностью за возвращенное здоровье. А этот курорт называется Марианские лазни. Сюда едут родители с детьми. Детские пациенты лечим с 4 лет. С тем, что особенно проблемы с мочевыводящими путями, с почками. Проблемы с опорно-двигательной системой, потому что дети в современном мире мало двигаются. Марианские лазни в прошлом знаменитый Маринбад. Многое напоминает здесь о былом. И историческая королевская купальня Эдуарда VII. Он лечился тут 9 раз. И старинные римские ванны. Сегодня традиционное водолечение врачи дополняют самыми современными методами. У нас некоторые проблемы у ребенка были с почками, хронический пилонефрит. Здесь источники замечательные, которыми мы успешно пользуемся, конечно же, по назначению доктора, под наблюдением врача. По традиции, каждый санаторий, насколько может, еще и развлекает своих пациентов. Не поверите, здесь уже, по-моему, 12-й раз в Марианских лазнях. Замечательный отдых, замечательное лечение, замечательные экскурсии. Конечно, и Карл Ивары, и компания «Ведитур» молодцы, помогают. Менеджеры «Ведитур Групп» помогают туристам подобрать курорт с оптимальным для гостя бальнеологическим лечением и направить в соответствующий санаторий. Миллионы авиапассажиров доверяют свое путешествие чешским авиалиниям. И в знак благодарности авиакомпании преподносят им приятные сюрпризы. Никогда не знаешь, чем порадуют затейливые чехи в очередном полете. То билеты в аквапарк раздадут всем маленьким пассажирам, то национальные напитки предложат попробовать тем, кто постарше. Участвуя в различных конкурсах и акциях, можно выиграть множество различных сувениров, подарков, а также бесплатные билеты в Прагу. Для того, чтобы оставаться в курсе всех событий и подробно следить за деятельностью перевозчика, авиакомпания приглашает всех присоединиться к своим группам в социальных сетях. Откройте для себя Чехию вместе с Czech Airlines.